На оплату труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений из бюджета дополнительно выделят около 16,5 миллионов рублей. В сфере культуры повышение заработной платы коснется таких организаций, как Городской музей, Театр драмы, библиотеки имени Маяковского и Пушкина. В рамках программы «Физическая культура и массовый спорт» 618 тысяч выделят на расходы по индексации зарплаты для бюджетных работников. Увеличение на 2 миллиона 93,5 тысяч рублей – это на выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки учреждениями, осуществляющими спортивную подготовку ИКАР, САРОВ, АТОМ. Как я уже сказала, рассказывая о доходах, как раз вот это увеличение состоит из 1 674 800 тысяч рублей за счет предоставляемой субсидии и 418 700 тысяч рублей за счет средств местного бюджета. Дополнительно на строительство школы по улице Зоргина 600 мест планируют потратить около 45 миллионов рублей. Из средств местного бюджета выделят 500 тысяч, остальное субсидирует область. В сфере городского хозяйства увеличат финансирование проекта инициативного бюджетирования «Вам решать спорт для всех» на 650 тысяч рублей в связи с увеличением стоимости ремонтных работ спортплощадки 15-го микрорайона. Увеличено бюджетное ассигнование в сумме 8 миллионов рублей на ремонт автомобильных дорог за счет субсидий областного бюджета, на реализацию полномочий органов местного управления по решению вопросов местного значения. Увеличено бюджетное ассигнование в сумме 30 788,5 тысяч рублей на приобретение автобусов для осуществления регулярных пассажирских перевозов в количестве 5 единиц. Поправки депутатов в бюджет принимают до 22 октября. После проекта решения рассмотрят на заседании городской думы. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24.